Наконец-то итоги календаря LEGO City 2017. Приветствую вас, друзья-коллекционеры, с вами Алексей Чернышов, вы смотрите канал «Сын, отец и игрушки». Ну и, как я уже сказал, наконец-то у меня дошли руки для того, чтобы подвести итог календаря LEGO City 2017. И знаете что, я для себя отметил такую интересную вещь. Когда я рассматривал по отдельности каждое окошко, мне этот календарь меньше всего зашел. Но когда я увидел все вместе, это так красивенько, празднично и хорошо, я подумал, что в целом-то календарик получился очень даже неплохим. И подарочки я бы разделил на 4 таких группы. Это игрушки, среди которых разная техника, вертолеты, самолеты, там, корабли, танки и прочее. Чё? Среди которых разная техника, это машинки, паровозики, корабли, самолеты и вертолеты. Есть тут еще и маленький пряничный домик. Вторая подгруппа – это постройки для экстерьера и интерьера, то есть ангелочек ледяной и вот такая вот лавка для продажи разных рождественских и новогодних подарков. Это то, что касается экстерьера. Ну и интерьер, конечно же, у нас украшен обычно каминчиком и такой построечкой теплой атмосферы. Ночничок у нас здесь, маленькая елочка и сиденье. Следующая подгруппа подарков – это вещи для улицы, то есть санки, снеговик, снегоуборочная машина, елка и прочие там сани. Ну и четвертая группа – это фигурки. Фигурок здесь 6 штук, они достаточно хорошо смотрятся. Ну а за доп. Детали отдельное спасибо компании LEGO. Здесь их достаточно много, что не может не радовать лично меня. Да, пускай они мелкие, но, блин, это же дополнительные детальки, которые вы можете пустить на все что угодно. Это круто. Из построечек я бы хотел отметить, конечно же, самолет. О нем я очень много говорил, когда получил этот подарочек в календаре. В принципе, и второй самолетик здесь тоже очень хорош. Это у нас амфибия. Вертолет неплохо получился. Да, из этих построечек я бы, конечно же, отметил ангела с замечательными крылышками. Очень пригодятся для какого-нибудь кастома. Ну и, конечно же, каминчик. Он выглядит очень хорошо и украсит любой домик, любой лего-домик. По фигуркам бабуля с ее печеньками атмосферно выглядит. И свитерок вот этот просто замечателен. А мужичок с болгаркой, у него принты классные на футболке, или даже это кофта, да, это кофта. Так, парень так себе, девушка на лыжах, спасательница, клево. Ну и, конечно же, Санта всегда пригодится в коллекции. Вот такой вот календарик, и, на мой взгляд, как я уже сказал в самом начале, он получился очень даже хорошим. Что вы думаете по этому поводу, обязательно пишите в комментариях. Ну а сегодня или даже, скорее всего, завтра, ну или в ближайшее время выйдет последний календарь. Наконец-то у меня руки дошли, и я сделаю и обзор на тот календарь. И там вы уже узнаете то самое задание, которого вы так долго ждали. И сможете получить последние баллы в конкурсе «Большой куш 2017». А там мы уже разделим призы, и я вам их отошлю. И мы забудем про это, как про страшный сон. Ну, в общем, друзья, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал и, конечно же, жамкайте на колокольчик. Вам все это ничего не стоит, ну а мне всегда приятно. Канал «Сын, отец и игрушки». Создаем коллекцию вместе. Благодарю вас за внимание, друзья-коллекционеры. Всего вам доброго. Пока-пока-пока.